Hello, 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 с вами Deathblow, мой юный зритель. И сегодня мы будем снимать влог. Я сейчас себе в квартире, но мы сейчас будем уже уходить. Сегодня я планирую снять... У меня сегодня музыка, специальность у меня. Я буду ходить на два инструмента. Думаю, будет интересно. Мы потом, надеюсь, вроде договорились с друзьями, что мы пойдем потом погуляем на улицу. Там еще влог на улице с ними. Но сейчас я буду уже собираться и на улице включу камеру. Давайте. Всем привет, ребят. Мы уже в этом. Сейчас будем заходить в лифт. Я одел кепку. Да. Так, ну. Я был со своим саксофоном, плюс у меня еще портфель сзади. Портфель нужен мне, чтобы пойти еще на одну специальность. Я хожу на давно. Два инструмента музыкальных. Устал. Часто устал. Думаю, влог будет минут 20, может больше, не знаю. Может меньше. Так. Блин, дует. Часто дует. Грёбные, которые сидят и говорят, что пацаны засмотрим, какому-то пацану или девушке. Если ты не отвечаешь за эту фирму смотр, то тебя, короче, бьют и раз. Или вообще рвут тебе вот этот свою одежду. Так они так заебали, достали меня. Я серьезно. Мы хотели уже с друзьями их побить, задрали. Но нас они вообще не трогают, в принципе. Пока что. Блин, с одним дружбаном было, ну, друг моего друга. Да. Говорят, что нарвался, и там папа Богдана взял и чуть не вмешался, и они испугались, которые хотели набить Вову. Вы такие козлы, серьезно. Блин, ой, извините. Капец. Да, погода у нас не самая крутая, как видите. Вообще офигенно. Вроде сегодня к часу должно быть плюс 15, хоть я в этом не уверен. Зачем я одел кепку, вообще не знаю. Ну так, кепку одел, не знаю. Нравится мне кепка. Блин. Вообще, ребят, я очень мало выходил гулять на улицу. Вообще, меня друзья думали, уже погнали, погуляем там. Что такое, а я такой, как бы, что там на улице делать? А сейчас вообще с улицы не хочется выходить. Не знаю, потянул что-то на улицу гулять. Круто, а за компом уже достался сидеть. Очень сильно. Это двор на моего друга, одного одноклассников. Тут три одноклассника у них. Нет. В принципе. Ёлки-палки, холодно. Не серьезно холодно. Мы, короче, сейчас дойдем. Мы идем, короче. Просто идем. Мы сейчас подойдем на саксофон, и там... Я, конечно, не мастер, если играю, даже еще года, наверное, там нету. Я играю на саксофоне. Ну, больше полгода есть. Уже да. У меня скоро экзамен по музыке, по саксофону. Это... Ой, как мне не нравится. Хотя переживем, что мне там. Не первый экзамен в мире. В принципе, я думаю, завтра еще снять еще один влог. Только уже с друзьями, завтра должна быть хорошая погода. Нет, в понедельник должно быть солнце, да. Извините. В понедельник должно быть солнечно, вроде бы. Говорят. Ну, ладно. Завтра я попытаюсь снять еще один влог. Только уже со своими друзьями. Если они сегодня козлы не придут, то придется
Завтра будет снять еще один влог. Дальше. Пойдем уже мы, наверное, на юность. Погуляем там с бананами. Вчера я хотел снять влог. Первый на юность мы погнали с бананами. Вчера так весело было. А у меня, короче, не записалось. Я просто упал аут. Да, завязалось. Фигня. Блин, хотя стойте, секундочку. Сейчас. Да. Ладно, потом все фига. Блин, холодно. Сейчас плюс 7. Это у нас плюс 7 градусов. Сейчас холодно, как минус 2. Не знаю. Ну, вообще пофиг. Ладно, все хорошо вроде. Это у нас АТБ у нас. Это... Я сюда... Мне тут АТБ, она вода нравится. Она офигенно. Я ее вчера пил, наверное. Я ее обожаю, я ее фильм. Да, там что-то микс. Какой-то. Там какой-то микс. Но, если честно, там что-то типа... Ну, там по-английски микс, типа энергия, что-то придает. Ну, что-то тут. Типа... Здорово. Дружбан мой. Фу. Ладно, мы уже почти подходим к музыке. К саксофону. Сейчас у нас, знаете, сколько сейчас? 11:30. Сейчас у нас время. Блин. Хочу побыстрее час, тогда будет плюс 15. Надеюсь, тогда будет уже намного теплее. И чуть-чуть солнце хотя бы выйдет. А то что-то такое, блин, небо, что мне не нравится. Я смотрел сегодня погоду, говорят, ну... 25% то, что будет дождь. Я вообще надеюсь, что его не будет. Если 25% это выглядит, я в ауте. Хотя... Ладно. Он видит этот все подвальчик. Там, ну, сейчас мы... Ой, извините. Что-то у меня выбивает все время камера, не понимаю. Ладно, вот здесь. Сейчас мы зайдем, в принципе, и вы все увидите. Холодно. Насрать. Все. Вот сейчас. Ладно. Я буду сейчас камеру, когда все скомбили в пас. И начну опять, давайте. Там на каникулах, что у тебя там с
Да ничего, вроде бы. Значит, ты приходишь ко мне в понедельник. А в понедельник? А во сколько? Ну, я буду в 10 утра здесь, но мне в 10 утра надо там заучу с журналами подойти. И я так думаю, наверное, к 11. А, угу. Пока я... В среду у нас репетиция в зале. Во сколько? На просто... 12. А. Просто у меня все везде каникулы, кроме этого, кроме английского дополнительно. Ну понятно. Угу. Я там после обеда? В 6 часов вечера. А, ну да. До 6 мы управимся. Да. Потом в четверг я тебя выйду. Не надо. Давай в пятницу. А что ты в четверг? А в четверг я не знаю. Мне ложится Григорий будет говорить в четверг. Ну так как раз за компанией своей заигоренной. Вот и туда, и сюда. Женя, ну ты не был сколько на этом. У нас на каникулах есть у вас замечательная возможность позаниматься и все повторить. Потому что, Женя, мы выходим, у нас... Сразу академ, концерт вообще-то. Сразу после каникул. Понимаешь? Времени очень мало. Угу. Давай, солнышко, поиграй гамочку, и мы с тобой поиграем. Хорошо, что ты сильно это за скажи мне высоко. Женя, ты что, голодный? Да тебе кушать принести? Не надо, я не знаю, почему это. Я тросточку. Здрасте. Здрасте. Все, я на месте. Ага, вы раненько сегодня. А уже там на каникулы разбежались тоже половина. Угу, понятно. Назначил Леху на 12, не знаю, придет, не придет, дождусь. Отработать надо сегодня немножко. У них там уже вчера заказы были, вы же знаете. Куда их заказали? Да уже на свадьбе 12 мая заказали, как вам ага, нравится. Ага, ага. Ну люди умеют. Вчера значит... заработали 160 гривен на советской, да, стали, нормально. Давай это. Нормально. Да. Молодцы. Марина мне звонит, говорит, Ирина Александровна, говорит. Позвонил, подходит женщина к нам, да, и говорит, вы так классно играете, у нас 12 мая свадьба, давайте вы у нас поработаете на свадьбе, ну, поиграете. Подключайтесь. А это Марина говорит, все вопросы к нашему преподавателю. Правильно. Она говорит, да не нужен мне ваш преподаватель. Вы скажите родителям, пусть они вас привезут, говорит. Ну, я говорю, Марина, ну тебе же надо было сказать, какой у вас молодой, красивый преподаватель. Опять ну, же, у нее все микрофоны в хозяйстве, да, клавиши. Да, ну тебе же не сказали, говорю. Она говорит, ну, в общем, я дала ваш номер телефона. И Марина говорит, Ирина Александровна, ну если она позвонит, ну вы же не забудьте про нас, говорит, вы же нам обязательно скажите. Вот это да. Вот это научили на свою голову. И дня следующего со страхом. Это что они будут творить на следующий год? Паша уже учиться не будет? Так они... Лёша уже учиться практически не будет. Так они до вечера, они до вечера, представьте, с утра они до вечера были на советской гуляли. И это же надо, чтобы так понравилось, чтобы они стояли вот это и это. Меня так, ну, может, рискнул бы, но чтобы сказать, что тяга такая. Да. Марина постеснялась, а те вдвоем. Она мне видео нам скинула. И орали все, что только знали, все. Ну, хорошо, хорошо. Ну, это закваска хорошая, конечно, молодцы, и навык, и небоязнь, это очень хорошо, конечно. В общем, а так, а что ты там уже записываешь видео, Женя? Ну так ты ж выключи, когда играть будешь, что это записываешь? Разговоры. А ты ж разговоры записываешь. Ну, это что? Нет, могли бы вот здесь, вот это скверик рядом, все живут, Паша. Дум. Давай, давай, давай.
долго. Сразу слышно звук, поехал и все остальное. Давай импровизацию. Импровизация. Да. Ты хоть там, конечно, не кинутые не играл, те, которые там написаны, но очень в тему сыграл. Молодец в этом плане. С третьей цифры вот этой давай. Это... Да, все, привет, привет. У меня там что-то вылетело, камера, да, вроде бы, я не смотрел. Ну, вы вроде бы должны были все слышать, как я плохо сыграл. Ладно. Все, уже саксофон у меня закончился, в принципе. Я сейчас иду на музыку по баяну, и потом я свободен. Ура. Ну, это еще не точно. Все, может быть, бля, погода все равно не изменилась. Это прошло, наверное, стойте, сейчас посмотрим. Ясно. Сколько прошло? Так, ладно, сейчас. Секунду. Все, поправили. Это пофиг еще. Так, ну, мы сейчас идем на музыку. Буду, ну, по баяну. Когда приду на баян, опять запись поставлю. Давайте. Всем привет, ребята, я уже сейчас... Да? Я да. Сейчас ты уже это на баяне. Я не знаю, тут моя учительница. Вот, друзья мои, это Серый, а это Назар. Поздоровайся. Ты какой смотри. Привет. Ну, вы его знаете, я его выкладывал, когда он играл. Так, ребята, да. Переселяемся в другой класс. В корпус? Я сейчас не прорезну. Да, ну мне все равно надо запасать. Ладно, ребята, я сейчас поставлю на паузу, и мы вернемся через минуту. Всем привет, ребят. Да, я с баяном сейчас. Тут у меня ноты. Стойте. Я разнесу так, скажу, что... Тут затирачка у вас есть или нет? Это серый, просто тут. А что вы мне давали? А я тебе ее отдала, Серега, иди ищи. Ну.
Немного, но вийшло. Прикольно, прикольно. Так, ладно, поставлюся вже. Отак. Він круто. Що це прийняло? Ладно, все, давайте, да, новый свет, потом.